гібрид Зеленур, наш новий гібрид. Полі бачите, який він кучерявий трішки. Але чим це перевага цього гібрида? Можете побачити, який в нього колір. Цей колір залишається і після зберігання. Зараз Саша виріже, побачите, світло-зелений. Багато маркетів вже хочуть. Біла в нас є капуста, дайте нам таку тільки зеленого кольору, щоб була після зберігання. Будь ласка, у нас є для цього Зеленор, він так і називається. Можете побачити, зараз... Если вы посмотрите на тенденцию изменения цены в маркетах по период хранения, мы говорим в плане март-апрель, то есть когда уже людям немножко белая капуста после хранения надоедает, они хотят чего-то свежего, красивого, поэтому, Сергей уже сказал, супермаркету это интересно, это привлекательный зеленый цвет, ментально показывает то, что это свежее, красивое, поэтому и цена в тот момент довольно хорошо вырастает. И закупщики из маркетов смотрят, если зеленое свежее, это плюс 5-10% к стандартной цене. То, что Сергей уже сказал, да, он немножко такой непривлекательный в поле, немножко кучерявый, но опять же, мы выращиваем для красоты в поле, или же мы выращиваем для того, чтобы зарабатывать на нем денег. В хранении он показывает себя даже лучше, чем все наши продукты. Поэтому хранение плюс 1-1,5 месяца у него больше. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.